Всем доброго времени суток. Вы на канале Домашнее гнездо, и сейчас мы поговорим о растениях, которые я приобрел на выставке. И немного посмотрим на террариумы, которые с новой лягушечкой, которую я также купил на выставке. Ну что мы видим? Лягушечка жива, питается более-менее нормально, потихоньку растет. Но с растениями, которые я сюда закупил, точнее высадил, с мхами, не совсем все в порядке. Они немного приживаются, вроде бы начинают расти, но посажены они здесь именно в кокос. Другой вид мха немножко чувствует себя не очень. Я думаю, сегодня отсюда часть убрать, потому что будем сейчас делать махариум. Более влаголюбивые живы. Вот то, которое колосилось, тут немножко не выжило, но оно прекрасно себя чувствует. Дальше я покажу в отсаднике. И также я пересадил вот это растение немножко сюда, чтобы было больше света. Мох, который я садил, другой вид на заднем плане, также частично приживается, что-то отмирает, но какая-то часть подает надежды, что выживет. И вот тот мох, который я садил на передний план, к сожалению, относительно погибает. Такая же приблизительная история и у древолаза. Этот мох более-менее чувствует себя получше. Вот этот печеночный также вроде как бы прижился. Посмотрим, что с ним будет дальше. Такая почвопокровная, зелененькая, сперва начала умирать, но вроде какие-то части ее остались. Посмотрим, может быть, приживется. Ну а теперь пройдемся по инкубаторам. Это мой недавно приобретенный с рук платицериум. Это папоротник оленьи рога. Нового листочка пока нет, но вроде формируется вая. Будем наблюдать дальше. Также по мхам. Один из них чувствует себя вообще великолепно. Просто шикарнейший мох. Сегодня будем часть из него отсаживать в отдельный махариум. Также другой вид мха растет, цветет, практически пахнет. Вообще просто он меня очень-очень радует. Тоже часть отсюда возьмем для махариума. То, что касается почвопокровной травки, которая маленькая была, она полностью умерла. Та, что вот в террариуме выживает, тут тоже остались совсем небольшие кусочки. Посмотрю, может быть, что-то и выживет. Держу как в теплице. Но зато вот та, которая умерла у новой лягушечки, здесь прекрасно себя чувствует и колосится. Также часть ее отсадим махариум. А теперь пойдем дальше творить искусство. Итак, у меня в хозяйстве имелся вот такой небольшой террариум. Здесь есть покровное стекло. Также будет отверстие для вентиляции. И сюда я прикреплю лампу. Сейчас я ее включу и покажу вам. Также здесь есть отдельное отверстие для вентиляции. И отверстие для вентиляции снизу. Но вот эту часть, нижнюю, он не очень хорошо отмылся. А вот эту нижнюю часть я засыплю керамзитом. Но сейчас подробно всем все вам покажу. Ну, извините за качество звука немножко и видео. Но засыпали керамзит для дренажа, также засыпал угля. И засыпаем теперь подготовленный заранее, смешанный с небольшим количеством перлита, достаточно питательный грунт. И берем 2-3 вида мха, высаживаем по бокам, чтобы потом видеть, какой из них будет куда лучше расти. Также ту замечательную травку. И вот у лягушечки я взял тот печеночный мох. Немножко опрыскаем, чтобы создать влажность. Ну, вот такая красота у нас получилась. Как вы видели, я посадил 3 вида моха, 3 вот таких кучки. Одну кучку вот того моха, печеночный мох, как-то он называется по-научному, не знаю. И вот такой простой, такой вот а-ля росянку, ну не росянку, такую травку. Посмотрим, что из этого получится. Будет у них всегда светить. Вот такая прекрасная лампа. Сейчас я их еще только закрою стеклом.
И будем наблюдать, что получится. И благодаря вот такой зонности будет видно, что из этого будет лучше расти. Так что всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, пожелания, вопросы, советы. И буду рад общению. Спасибо.